в этом видео я не буду отвечать на ваши комментарии, потому что я ЧСВ. Вы, наверное, уже привыкли к тому, что я очень добрый ютубер и частенько даже стараюсь помогать своим подписчикам, но на сегодняшнее видео я попрошу вас об этом забыть. Забудем об этом. Настало время показать свое настоящее лицо, ведь я ЧСВ ютубер. Ну, да, я в принципе даже в видосе не поздоровался, потому что мне пу-пу-пу-пу. Что ты думал, в сказку попал? Поехали, ёбаный! Броу, приходи играть на Аризона Каса Гранде вместе со мной. Обязательно указывай мой никнейм Данте Меди и промокод хэштег Данте. По секрету, это самый топовый промокод на сервере. И забирай за все это бонусом больше 1 миллиона вирт. И приятного просмотра! В общем, ребят, на сегодня я бросаю себе вызов. Все это видео от начала и до конца я буду вести себя как полный идиот. Я буду абсолютно всех игнорировать и вести себя очень дерзко и подло даже с какой-то стороны. Что, кстати, очень интересно проверить. У меня сейчас, ребят, 217 325 подписчиков. В конце будет очень интересно проверить, сколько от меня людей отпишется. Так, ну, пацаны, я сейчас направляюсь к центральному рынку, где, конечно же, больше всего народу постоянно стоит. О, смотрите, три парня вот здесь вот стоят. Я прям к ним подъеду. Я наберу ок. Смотри, подошел сразу, подошел. Че ты ко мне приперся? Дай денег. Данте, нафиг! Парня просто прорвало сейчас, ребят. Сколько у него слов вылетает. Капец. Ку. Еще один чувак подбежал и сразу убежал. Просто поздоровался и ушел. Я в шоке. Че вам надо? Мадди? Настоящий? Да ну нафиг! Нет, уйди! Мне уже начинает быть стыдно, ребят. Можно сделать подарок? Так, Владимир хочет мне сделать подарок. 2 миллиона он мне просто так передает. Ага. И уеду от него. Ой, как это плохо. Владимир тем временем просто пошел сейчас на центральный рынок, стоит здесь, что-то продает. Блин, это уже было очень неприятно, я даже спасибо не сказал. Он мне сделал подарок 2 миллиона. Ох, ладно, идем дальше. Че ты сидишь в моей машине? Можешь уйти? Ладно, прости меня. Докинь, пожалуйста. Нет, я тебе не такси. Я сразу убежал. Блин. Еще один парень. Бро, видео можно ПЖ? Нет, ты некрасивый. Ну, тут по факту я бы и так сказал. Я обиделся. Я отписываюсь. Ок, мне пофиг. Взглянул на часы. Понятно. Блин, сейчас очень хочется каждому из этих людей написать, что я типа снимаю ролик, и это все прикол. Но я просто надеюсь, они посмотрят это видео и не будут обижаться. Так, я сейчас решил подъехать к центральному банку и просто здесь вот так вот встать на одном месте. Сейчас я как будто встану в АФК вот здесь вот и попробую собрать кучу народу вокруг себя. Ну а что дальше, смотрите. Короче, ребят, я собрал аж прям целую толпу вокруг себя. Целых 3 человека. Все это время я стоял в АФК. Че вы тут столпились? Ютуберов не видели никогда. Нет, нет, нет. А ты че агрессивный такой? Я думал, ты добрый. Мне пофиг на подписчиков. Не понял. Блин, это просто стыд, ребят. Это просто стыд. Я расстроился. Я в афиге. Ты такой ЧСВ. Все, пока. Так, ладно, я сейчас тпхнулся в админскую зону. Данта, че? Ку-ку. 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 Приветик, я в шоке. Чего в шоке? Мне чё Данте сказал? Мне пофиг. Не мешайте мне стоять. Смотрите, сколько я админов уже собрал вокруг себя. Смотри, 9 админов рядом со мной. Мешают? Да, всех снять. Скай это зам главного админа. Смотри, всех заспавнил сразу. Меня все админы возненавидят теперь. Он всех заспавнил, смотрите. И даже себя. Блин, а вот сейчас я подумал, что если кто-то из тех, кого я пранкую сейчас, не посмотрит это видео.
Я тэпнулся, ребят, на автобазар. Меня чел уже спрашивает: админ! И сейчас я вообще ничего не буду отвечать никому. Как дела? Все, давай пока. Я слишком крутой, чтобы тебе отвечать. Можно скрин? Нет, нельзя. Я крутой ютубер. Мне пофиг на скрины. Чел ходит, меня пытается ударить. Он уже понял, что я ЧСВшный и решил вот так вот со мной разобраться. Смотри, чел уже начал со мной ходить даже на альте просто. Два чела. Мы вчетвером уже ходим на альте просто так. Погнали, ребят. Мы банда. И вот вроде я сейчас веду себя так, как действительно ЧСВшный чувак, и я всех игнорирую. Но все равно, пацаны идут за мной просто на альте, я не знаю. Если, наверное, я дойду до автошколы, они дойдут со мной. Это кукли мусора, блядь. Главное закон, живу по понятиям. Блин, а что если снять видео, где я просто буду ходить на альте и вот так же собирать толпу людей и ходить на альте всю карту? Давайте, если 3000 лайков наберем, я сниму это. Все, я устал. И я просто как будто спавнюсь. Да, Пун убежал. Мучачес. И обратно возвращается на автобазар. Салам, Данте. Чё хотел? Да так, поздороваться и скринчик. Ну, поздоровался. Скринчик сделал. Ага. Ну и все, пока. Я очень устал уже играть эту роль. Лично мне это было делать тяжело, потому что все-таки я общаюсь немножко по-другому. Очень сейчас хочется всем написать, что это был прикол, и я просто снимал видос. Но ладно, дождемся, пока это видео выйдет, и я надеюсь, вы все его посмотрите. Поставьте, ребят, лайк, если хотя бы на секунду в этом видосе вы даже через экран прочувствовали эту злость ко мне.